right. You're gonna have to manage the order that you're in, because you cannot... Здорово, народ! В комментариях написали, выстроили комподкаст, гамнимен. Viltrum has arrived. Что такое Viltrum? Гамнимен joins Mortal Kombat 1. Я пролистал это видео, полное говно. Половина видео гамнимена нет. В первой половине видео они показывают странные рисунки и технологию 3D. Возможно, в NetherRealm Studios научились... делать игры в 3D, хрен знает, спустя 30 лет. Вторая половина видео показывает гамнимена, но все его удары, приемы были показаны до этого в трейлере. Ничего нового, потом показывает Тремора, тоже говно. Короче, гамнимен — это персонаж, которому дали спецприемы от других персонажей из более ранних частей. Это телепорт Скорпиона, это... колено Джонни Кейджа, захват Джакса, полет, блядь, Синдел, телепортация в воздухе, как у Синдел в Mortal Kombat 11. Короче, ни хрена нового нет. Единственное, что у него есть новое, это бросок коровьим дерьмом в противника, когда он лежит. Ему дали парирование, которое похоже на попытку гамнимена... убрать жопу от выстрелов противника или что-то такое, хрен знает. Непонятно, как она работает. У нее есть версия с энергией. Нахрена она нужна? Говно говорит типа, что версия с энергией делается быстрее. Нихрена непонятно. Типа нужно стать раком, типа и двигать жопой или что? На скорость или... Я нихрена не понял, если кто-то поиграл... за гамнимена можете написать в комментариях, как нужно это делать. Короче, ни хрена нового нет. Гамнимену дали спецприемы старых персонажей, заменили анимацию, типа новый гамнимен. У него покрашены волосы, непонятно, или в белый, или в черный цвет. Хрен знает, возможно, это коричневый цвет, и поэтому у него усы коричневые, он сожрал говно, или... хрен знает, я не знаю, что происходит. Тремор... тоже ни хрена нового нет, как и гамнимен кидает говном. Это элементаль говна, который может отражать спецприемы, как Матара. Возможно, это реально, это конское говно, хрен знает. Они с гамнименом вдвоем его бросают в Люкена. Хрен знает, короче, что это. Ни хрена непонятно, что они показывают. Все было в трейлере, ничего нового нет. Поэтому на этом все. Если вы заметили в этом комбаткасте что-то новое, можете написать в комментариях. На этом все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал и всем до скорых встреч, всем пока.